Да-да-да, я понимаю. Что? Да, да, конечно. Пока. Тяжелая игрушка. Дорогая, наверное. Ой, а мы с вами не виделись на кастинге в театре опереты. Помните, вы тогда в оркестровую яму упали, да? Что? Обознался. А вас как лично-то? Иннокентий. Перерыв когда закончим? Когда закончим перерыв? Быстро все на репетицию, быстро. Что ж, Иннокентий, так Иннокентий, Иннокентий, Иннокентий. Что-то я тебе хотел. А, вот, о чем я с ним должен поговорить? Архитектор, по поводу дома. А, да, это важно. Дальше. Эти уперлись. Они что, войны хотят? Ну, наверное. А мы же что-то по этому поводу думали, а? Выборы. А, точно. Запускай космонавта и соедини меня с Мишей. Какого космонавта? Слушай, ты привыкаешь же ко мне. Если израильская, то военщина, если советская, то шампанское, а если запускает, то космонавта. Дозвонился? Да, вот. Алло. Миша, это Эммануил Гедонович. Какой Эммануил Гедонович? А, здравствуйте, Эммануил Гедонович. Я вас сразу узнал. Миша, вы спите? Нет, вы что? Я никогда. Я так, на минутку. Простите, что беспокою вас в неурочное время, но дело очень серьезное. У вас есть ручка или карандаш под рукой? Под какой? А, сейчас, одну секунду, Эммануил Гедонович. Да, я вас слушаю, Эммануил Гедонович. Миша, вы наверняка знаете, что у нашего холдинга существуют определенные интересы на Средней Волге. Но наверняка знаю. Так вот, нам с вами придется оперативно включиться в один процесс, который там идет. Прямо сейчас? Нет, не прямо сейчас. У вас есть время до утра. Записывайте. Сейчас. А... Вы пишете, Миш? Да, сейчас записываю. Пишите. Ну, Господи, прости. Куда это? Мусолон. Аня. Вот, держи. Ключи от кают.
Списки музыкантов у тебя? Да откуда, мы даже не знаем, кто есть. Тогда составь списки наших. Кто уже есть? Ты? Ты что, со мной вот, запиши меня и отметь галочкой. Себя тоже запиши и тоже отметь. Списки мне потом в каюту. Что мы там кричим? Что мы там кричим? Сейчас я разберусь. Пульт занесли? Ага. А чего его здесь нет? Значит, еще не занесли. А где он? В автобусе. А где автобус? Уехал. Так, а где тогда пульт? Это я тебя спрашиваю. Слава! Слава! Что с музыкантами? Саша, вот низкий тебе поклон. Никогда еще мне не писала за 2 часа 56 человек. Никогда. Ты хоть с кем-то договорился? Естественно, ни с кем я не договорился. Подожди, а как мы будем задачу с музыкантами? Саша, все, все хорош, что... успокойся, Саша, я шучу. Вот списки, все нормально. Ты что со мной так разговариваешь, а? Кто заказывал автобус? Какой автобус? В котором пульт. А пульт в автобусе? Ты же мне сам сказал. Точно. А кто заказывал автобус? Чего у вас там? Пульт уронили. Цел? Пульт? Да. Нашелся? А где усилок? Саш, а вот сейчас ты мне можешь объяснить, почему я должен был с 5 утра скачивать с интернета все о среднем Поволжье? Ой. Костюм летний, что? Так, я занят, я всем все расскажу позже. Он занят. А мне несложно встать в 5 утра, при том, что я приехал из Туниса в 12 часов ночи, и уехать неизвестно куда, на 2 недели. Костюм, что ты хочешь? Распишись. Да, я, между прочим, на радио работаю, а не в военной организации. Что? Ключ. А ведь я на Волге была в последний раз в пионерском лагере. Интересно, там еще дают котлету с перловой кашей? Так захотелось. Чего? Слушай, а Сергей Абрамов это кто? Вик, ты чего? Вот же, пароход. Ну да. Так, Камиль, это что такое? Саня, это жидкость для протирки контактов. Ага. Сань, ну а чем мне их протирать? Ну не пепсиколы же, да? Ну что, много, не мало. В крайнем случае, знаешь, не понадобится, выльем за борт. Значит так, если я в поездке тебя увижу выпившим, уволим в ту же секунду. Виктор Александрович. В общем, я тебя предупредил. И вообще, оденься поприличнее, ты работник сильной радиостанции. Вот, ознакомься. Виктор Александрович, сюда, это я, да. Вот здесь, сюда, да, давайте, ага. Вот здесь, здесь, ко мне, да. Вот, да. Нет, Слав, вообще нормальная история. Тебе кто-то сказал, куда мы едем, зачем мы едем, почему мы что? Это летний костюмчик. Я тебя спрашиваю... Во-первых, здравствуй. Да, здравствуй. Здорово. Всем привет. Привет. Как настроение? Вы Слава? Да. А вы Лёша? Лёша. Угу. А вот это Лёля. Мы будем с вами плыть. Здравствуйте, Виктория Александровна. Просто Вика, да, Слава? Здравствуйте, Виктор Александровна. Это Слава, это Лёша. Это Лёля. Да. Это Муха. Я просто хотела дать вам ключ. Давайте. Сейчас я за ним схожу. Вот ключ. О, вот ключ. Пойдемте, вас провожу. Ну что ж, бай. Увидимся за завтраком. Макс. Привет. Вот ключ. А где Саша, а? Зачем он меня нашел? О, здорово. Здорово. И тебя дернули. Представляешь, что так хорошо было. Просыпаюсь у нее. Так, Максим, здесь музыканты подтягиваются. Я готов рассказать о цели нашей поездки. Через 5 минут собираемся на совещание в штабе. Саш, где? Ну, у меня в каюте. А, Саш, у тебя там штаб? Мы-то дураки думаем, там просто каюта, а там же штаб. Товарищ начальник штаба, разрешите обратиться. А нельзя взять и здесь все рассказать, а? Нет, я забыл папку в каюте. Вы имели в виду в штабе? А сходить за ней нельзя? Или послать бойца. Вот. Нет, ну хорошо, только стойте здесь. Чего ж, кондиционер не работает. Недавно встроили. Ну чего, летим? Пока нет, разрешения не дают. Мост построить. Тут вот не могут кондиционера, а не мост. Может, ну его нафиг, этот третий срок. Ехать, кланяться. Может, пивка? Не-не, что ты. Вдруг он меня сегодня примет. Чего ж кондиционер-то не работает? Да работает он. Мост построить. Тут вон не поймешь, работает кондиционер или не работает. Макс, смотри, какой нелепый человек идет. Наверняка сейчас начнет предлагать нам Гербалайф. Не, я думаю, эти самые...
игральные карты с голыми бабами. Не, ну этот Гербалайф. Я на Макса стороне. Да, простите, мужчина, мужчина. Скажите, вы нас чем собираетесь порадовать? Гербалайфом или эротической продукцией? Простите, это Сергей Абрамов? Сейчас выясним, секунду. Лёш, ты случайно не Сергей Абрамов? Не-не, я Лёша. Это Лёша. Алексей. Не Абрамов, нет. Жаль. А я от Эммануила Гедеоновича. А, что же вы сразу пароль-то не сказали? Значит, вот там вот бегает мужик такой с выпученными глазами. Это начальник штаба. Ой, здравствуйте. Штаба. Вам к нему. Пойдёмте, вам ключи дам. Стоять! Вот кого я убью первым. Саш, ты скажи, ты смерти моей хочешь, а? Или я, видимо, недостаточно сделала для этой радиостанции, чтобы со мной считались? Нона, ну почему ты опаздываешь? Мы на полчаса задержали отбытие. Да? А почему ты не прислал за мной машину? Почему я должна ехать на метро? Объясни мне. Взяла бы такси. А я взяла. Уроды, никто города не знает. Ой, все-таки не умею я скандалить. Ха, другая бы на моем месте такое устроила. Что? Ключ. Я пошла спать. Слушай, вот они вылет не дают, значит, не хотят меня пускать в Москву. Да нет, у них там от жары полоса расплавилась. Расплавилась. Знаю я эти дела. Что это у тебя? Ваша речь. Вам в среду на ликероводочном выступать. Вы хотели посмотреть. Ладно, давай. Так. Гарантирую, это хорошо. Как сказал Оливер Кромвель, никто не вправе. Слушай, а кто такой Оливер Кромвель? Английский политический деятель 17 века. А сколько букв? А, нет, ерунда. Вычеркни. И потом, кто знает этого Оливера Кромвеля, кроме нас с тобой? Смирно! Понял. Товарищ начальник штаба, разрешите обратиться? Ну хватит, хватит! Больно. Разойдись. Внимание! По личному распоряжению Эммануила Гедеоновича, часть сотрудников нашей радиостанции, то есть мы, отправляемся в одну из областей в Среднем Поволжье. В одну из. Саша, что за конспирация? Конспирация. У нас очень ответственная задача. Нам поручено провести избирательную кампанию нашего кандидата на выборах в губернатора этой области. Чего? Выборы через неделю. Пока разрешена агитация, нам нужно развернуть агрессивную пиар-кампанию. Саша, а устроить переворот в Сомали послезавтра не должны мы, а? Наша цель – оттянуть часть голосов у конкурентов. Процентов 5-7. Задача победить на выборах перед нами не ставится. Леша, ты разрабатываешь маршрут, Саша, и договариваешься о концертах. Все. Слава, на тебе реклама, пресса. Значит, Максим с Ноной все ведут. Ну, в общем, как тогда газировку раскручивали. Помните? Тур «Оранжевые реки». Саша. «Оранжевые реки» текут. Секундочку. Значит, этот тур мы готовили 3 месяца. Нужно ставить какие-то реальные цели и задачи. И вообще, мы радищики, а не политтехнологи. И последнее. Заплатят как за газировку, только в 2 раза больше. Ну, как там у вас? Должны отплывать уже точно. Ну, так пусть они там спугнут хорошенько. И что, все по-настоящему? Предвыборная кампания, лозунги, компромат? Да, хорошо. Да, и пусть слух какой-нибудь пустят, что за ним кто-то стоит. Ну, ты понял, да? Да, я понял. А то смотри, всех уволю. Я не понял. Что это значит? Не поедем, уволит. А если я, например, не могу ехать? Так, это приказ. Приказы не обсуждаются. Правильно, нет, правильно, Саш, мы же в военное время живем. Да. Вон Леша в форме уже. О, давай. Простите, а где-то есть европейская розетка? В Европе. И, наконец, самое главное. Разрешите вам представить нашего кандидата, Игоря Владимировича Цаблина. Да, да. Я наш кандидат, Игорь Владимирович. Для меня это большая неожиданность. Еще вчера я не знал, что буду губернатором. Но я вообще собирался идти в баню сегодня. Но для Эммануила Гедеоновича я готов на все. Какая жертва баню пропустить? Вот вы смеетесь. Я плачу. А я баню по понедельникам уже 11 лет не пропускал. Для меня баня по понедельникам — это ритуал. Что-то я забыл. А! Ну мы сделаем это, ребята. Да? Конечно, вы идите, ищите розетку, мы все сделаем. Пойдемте. Пойдем. Я покажу вам розетку. Вот, пожалуйста, у меня в каюте прекрасная розетка. А, кстати. Аня, кто это? Массажист. Кто? А что? Хороший массажист. Однажды Мишу прихватило, и Эммануил Гедеонович его прислал. Массажист. У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней. Уходим. Конечно. А деньги? Остаемся. Конечно. Вот сюда, да. Ага, давайте направо. Слушай, я вроде как волнит, ты не заметил? Нет.
Слава! Что? Бутусова нет! Как-то нет. Так нет! Секундочку, я же разговаривал с его директором, как его, Кеша и Иннокентий. Приятный парень, вообще не торговался. Вы сказали Иннокентий, это я. Батюшка, что вы? Ну, я это, отец Иннокентий. Так, мы сейчас о другом. Ну как же, не дали как сегодня, ночью, мне звонил некто Ростислав и сказал, что надо выступать 5 раз по 20 минут. Посулил 10 тысяч. Ой, Аня. Мамочки. Аня. Ну что, я виновата? Я тебе телефон давала в 5 утра. И что? Ну вот посмотри рядом. Иннокентий Бутусов и Иннокентий Святой Отец. Вот так это я. И кто-то другой на четверку. Откуда у тебя вообще телефон священника? Бред, батюшка, я что-то не понимаю, как вы вообще собирались выступать, а? Проповеди? Проповеди. У меня все с собой. У меня с собой кадила, молитвенник, клобук даже есть, парадное облачение. А ванна зачем? Так какая же это ванна, сынок? Это купель. Ну понятно, этого мы ссадим, а вот Бутусова уже не будет, все. Так а что ж меня сажать-то? Что ж меня сажать? Я петь могу, вот у меня балалайка есть. Бред, паноптикум. Поп играет на балалайке. Ваня. Так, стоп. Сынки. Секундочку, батюшка. А деньги? Мы с вами как договаривались? Ну, ночью, когда вы еще были директором Бутусова. Так как? 10 тысяч? 10 тысяч. Не, ну, учитывая конфуз ситуации, согласен на 7500 рублей. А, рублей. Ну, 7500 за паноптикум с балалайкой в ванне. Недорого. Не говори глупости! Это подотчеты и деньги! А можно не орать, а? Я говорю, можно не орать, а? Кстати, Саша, насчет опоздания. Мы вот только что отплыли. Как отплыли? Но это же бардак! Зато ты главный. Опа! Сижу, не пью уже с утра. На завтра буду до выбора. Я должен быть предельно трезвый, чтобы в графу поставить крест. Эй, пойдет голосование. Эй! Опа! Кретин. Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к выборам. Не буду нюхать ни хера, чтоб не сорвались выбора. Ни хера выбора. Хороший ритм, может? Ни хера выбора. Да, только нам не подходит. Да ладно, кто-то в провинции будет слова слушаться. По-моему, хорошая команда. Ну да, вроде, а кто они такие? Вообще, никто не знает. Зато поют про выборы. Беру и ставлю крестик. Эх, я голосую против всех. Эй, с козлами не играю. Нельзя. Эй, я вас не выбираю. Эй, идет голосование. А что это такое? Ну, про выборы же... Скажите, пожалуйста, а нельзя вот эту последнюю фразу взять и выбросить? Да. Да ты чё? Роднёй всё и писалось. Во! Ага. Вот такая песня. Молодцы. Лёш. Саш, молодец. Хорошие ребята. Угу. Ну, я понял. В Ярославле садим. Угу. Согласился? А он потянет? Сань, главный режиссер областного театра. В подчинении 200 человек. Сыграют все, демонстрации, голодовки. Не волнуйся. Это ж, наверное, очень дорого. Я тебя умоляю, они в театре вообще ничего не получают. Голодать будут за еду. Вот, Егор Филиппович, интереснейшее творческое предложение. Думаю, всю труппу займу. Люблю масштабные проекты. Опять цыган изображает в старане. Господь с вами, Егор Филиппович. Тут задача на порядок интересней. Предвыборная кампания, на минуточку, а? Макс, Максим, нужно слоган какой-то убедительный придумать. Типа там, я отдам вам, что он им может дать. Смотря чего у них нету. Ничего у них нет. Такой слоган, я дам вам все. Да бред. Бред. Ребят. Ну что ты хочешь?
Давайте так. Я разрешу вам бухать. И все избиратели наши. Максим. Нет? Нет. Все. Ну что, парни, работаете? Что уже придумали? Саша, послушай, значит, для деревенского ролика нужен дед, коза, заваленка. Игорь Владимирович приобнимет деда, скажет там типа «Не горюй, Иван Митрофанович, поднимем село», ладно? Ага. Да. А обязательно, чтобы звали Иван Митрофанович? Саша, да. Саш, а козу Зойка? Здесь мелочей не бывает. Так, ну хватит. Так, что у нас? Максим, уйди. Угу. Пока не нужен, да? Не нужен. Хорошо. Роскошный митинг по всем законам драматургии. Площадь перед зданием администрации, толпа народу. 7 часов утра. Рано, никто не встанет. 7:15, но не позже. Народ безмолвствует. Одиночные выкрики. Люся! Пусть кричит Люся. Люся беременна? Гениально! Гениально! Беременная женщина в толпе. Это потрясающий режиссерский ход. Какая толпа? Она на 7-м месяце. Мы скажем, что она беременна от губернатора, что у нее двойня от него. А детей где возьмем? А Чук и Гек, наши замечательные лилипуты. И, наконец, кульминация. Толпа врывается в здание администрации с нужными нам выкриками. Надо сказать, чтобы термосы с чаем взяли. Не чай с сахаром и лимоном. Работайте, сынки. Бог в помощь. Как Спартак-то вчера сыграл с Сатурном? Не в курсе? Я не знаю. Я футболом не интересуюсь. Извиняйте. Сочиняйте, сынки. Ага. Как Спартак вчера сыграл? Не в курсе? В курсе. Выиграл. Ах, хорошо. Дали-таки под москвичам. Ну, может, деревня? Да это дело-то, а? Не, батюшка, мы работаем. Бог в помощь, а я выпью. Святое дело выпить за Спартак. А налей-ка мне, сынок, водочки граммчик в стол. А лучше 150. И орешков вон тех дай. О, и чайку потом попью. Лёш. Может, действительно, сейчас по пиву, а завтра все это вот с чистой головой? Железная логика. Сейчас по пиву, а завтра с чистой головой. У нас в 9 утра эфир. Хорошо, хорошо, все, работаем. Господа, я прошу прощения, что вторгаюсь в вашу беседу, но у меня вопрос важный. Да. Режиссер культового японского фильма «Записки старой гейши». Что-то не помню, но если японский, может быть, Куросава? Куросава. Подходит. Ну, прекрасно. Значит, Муму написал не Тургенев. Слушай, я не вовремя из Туниса вернулся. Так, ну завтра? Завтра. Завтра. Так, кто-нибудь мне скажет, как сидеть, куда смотреть, где камера в конце концов? Нонечка, что ты бросаешься на людей? Не трогай ее, от нее муж ушел. Аня! Ой, ну, Макс, я не в том смысле. Не выдержал все-таки. Кто не выдержал? Ты что, издеваешься? Ну, ничего. Володька ушел. Спасибо тебе, Ань, большое. Так, где Нона? Саш, знаешь что? Ах, ты здесь. А где Камиль? Аня, почему нет Камиля? Саш, я здесь, на пульте. А почему ты не переоделся? Я же тебе русским языком сказал. Я, между прочим, работаю. Раз, 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 раз. Слышно меня? Раз. Слышно, слышно. А от кого муж-то ушел? Муж ушел? От кого? Ни от кого. У Ноны все в порядке. Аня! Ну а сейчас-то я что сказала? Не выдержал все-таки. Раз, раз. Слушайте, раз. Вы что, сговорились, что ли, все? Так, Аня, а где Игорь Владимирович? Я здесь уже 2 часа сплю, сидя, чтобы не проспать. Внимание! Я, как руководитель проекта, запрещаю вмешиваться в личную сейчас жизнь начнем. Сотрудников. В частности, обсуждать уход Владимира от Ноны. Это жизнь. Всякое бывает. Скажите ему, чтобы он заткнулся, а? Ну, Максим, приготовились. 30 секунд эфира. Ты только не плачь, а то грим потечет. 3, 2, 1. Эфир! Доброе утро, уважаемый. Здравствуйте. С вами ведущий, как бы, радио-диджей Макс. И красотка Нона.
Радиостанция «Как бы радио» совместно с телекомпанией «Волга-ТВ» начинают ежедневный цикл программ «Знакомьтесь, Игорь Владимирович». 5 минут рассказа в прямом эфире о нашем кандидате. Ролик пошел. Я обычный человек. На завтрак люблю яичницу с колбасой и вот стакан крепкого сладкого чая. Просто я такой же, как вы, поэтому пять понимаю ваши проблемы. 5 секунд заставки, и продолжаем. 5. Кадр. 4. Садитесь. 3, 2, 1. Простите, а от кого муж-то ушел? Да от меня! Ой, простите. Мне невольно, мне просто было интересно. Рекламу давай. Аня, где здесь туалет? Русская служба новостей. Новая команда. Что? Ну что? Опять я виновата, да. Да, Виктор Федорович. Да, обживаюсь, вхожу в курс дела. Нет, по дому еще не успел соскучиться. Работы много. Целый день вот с губернаторами встречаюсь. Сейчас встреча с Емельяновым. Ну как, он же на третий срок идет. Так надо же согласовать. А, уже согласовали? Тогда не понимаю, чего мы его дернули? А, ну да, верно. Пусть подергается, покладистый будет. Да, да, Виктор Федорович, спасибо, до связи. Солдат шел по улице домой и встретил этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил ребят солдат. Мама, анархия. Папа, стакан ландвина, мама. Лёша, простите, хвойное дерево на П. Пихта, господи. Я тоже так думаю, Лёша, но тут всего 3 буквы. А точно на П? Там по горизонтали Пушкин. Я подумаю. Слава, Лёш! Ой. О, Кама, ты просто сотрудник спецслужб. Чего? Полковник ФСБ в штатском. Mm-hmm. Вы что, в этом смысле? Слушай, да горело все огнем. Главное, на природе не выпить. Ну, бред! Кама, ну мы договорились. Ой. Я прошу прощения. А вы работаете, да? Да. А мы вот, собственно говоря, в бассейн собрались. Нам никто компанию не составит. Ну, я, наверное, могу, но... Но я вижу, все заняты. Ну, как-нибудь в другой раз. Сюда. Вот, да. Подплывайте. Ждем вас. Да, сейчас я спущусь. Слав, Лёш, подплывает? Кто? Кто? Режиссер? Так вот она, ваша Аврора. А где орудие, из которой будет произведен исторический залп? Пожалуйста, проходите. Только после вас. Почему? Потому что после нас хоть потоп. 20 копеек надо записать. Пожалуйста. Кричать без крика. Стучать без стука, лететь без крыльев и не смотреть, какими стали, какими были, и что смогли мы преодолеть. Но я все простишь и меня поймешь. Вижу я, как мир спасают любовь. Ты смотри, что Галатасарай-то творит! Будьте здоровы, бояре казачества! Встречайте, Саня, Камиль! Режиссер! Можно просто Сан Санс, без чинов. Хотя чинов-то хватает. Один фестиваль в Мончегорске чего стоит. Лёша. Сан Саныч. Ростислав. Да, старинное русское имя. Игорь Владимирович. Взаимно. Несколько слов о себе. За последние 6 лет с хвостиком ваш покорный слуга возглавляет такую махину, как Русский областной театр драмы имени Петухова. Замечательно. Давайте сразу к делу. Сан Саныч, давайте так, 30 тысяч рублей. Ну, други мои, господа дорогие, это несерьезно. Я вот Чебоксара Хлешева ставил, у меня бюджет еще был. О-хо-хо-хо!
Секундочку, вы меня, наверное, неправильно поняли. Это лично вам. Вот тебе бабушка и Юрьев день, а на остальное... Еще 50 тысяч. Ну, в общем-то, я где-то так и предполагал. Простите, а у вас нет старичка деревенского вида, и чтобы звали Иван Митрофанович? Найдем. А еще вас вечером ожидает сюрпризик. Пуя. Что Пуя? Или Пуя? Пуя. И Пую найдем. А, Туя. Извините, извините. Можно ли было предположить, что на расклад политических сил в области окажет роковое влияние вот этот предмет? Он есть на кухне почти у каждой хозяйки, но не все знают, что он называется чапельник, и что как все он чапельники чапельник делают чапельник на единственном в России Приволжском чапельном заводе. Когда-то спрос на них был огромен, но в последние годы ситуация кардинально изменилась. Слушай, мы попали. Полгода назад здесь реальная борьба идет. А ты как губернатор думал? Губернатор обещал выделить гигантская средства область на перепрофилирование, ну, да, предприятия, но обещание свое не сдержал. Я же творческая личность. У меня могут быть какие-то увлечения. Но я же ему не изменяю. Как это? Ну, духовно не изменяю. Короче, не будь мещанкой. Сплетничайте. Девочки, возьмите меня в свою компанию. Я тоже очень люблю посплетничать. А вы что хотите узнать? Да, меня муж бросил. И весь корабль уже об этом знает. Я не поняла, я, вероятно, что-то не так сказала. Просто у меня есть бутылка Шеридана. Нам же эту неделю надо как-то плыть. Откуда здесь казаки? Нет, ну действительно, откуда? Прискакали, Слав. 200 лет назад их переселили сюда с Дона. Вот держат теперь этот город, этот чапельный или чапельниковый завод. Саш, а? Слышал, казаки в городе? А Фрунзе знает? Слушайте, а шашка, это же не больно, да? Чё там, раз и все и... Да ладно. Я уверен, они цивилизованные люди. Или нет? Кому-кому, а тебе, Мусик, эти цивилизованные люди придумают смерть страшную, лютую. Слушайте, может, не будем выступать? Исключено. Это 10% ректората. Ты что? А я не понимаю, что ты такой смелый? Я предупреждаю нас, когда на палубе выстроят, на гайке свистнут и спросят, кто здесь начальник штаба? Я молчать не буду. Спокойно. Там на пристани дежурит милиция. Наверное. Ну, значит, нас еще и дубинками поколоть. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Слушайте, хватит уже, идиоты. Есть же такое грузинское дерево пха или японское. А точно Пушкин? Тут автор кроссворда цитирует стихотворение про няню, так что... А, пих! Пих? Ага. Пих-то женского рода, а пих мужского. Я говорю, я думаю, Максим, что... Максим, какой пих? Ну какой пих? У тебя один пих на уме. Иди сюда, значит, посмотри. Игорь Иванович, вы выучили вашу речь? Да, выучил, конечно. Хорошо. Казаки, родные мои, я верю, могу ли верю, я? Я верю. Спасибо, просмотри, молодец. Посмотри, вот порядок. Посмотри сюда. Я знаю, что нужно делать. Нужно выписать все сочетания из трех букв. Первое – П. Но их же миллион. Ну и что? Надо же понять, что это за дерево. Тогда начинайте выписывать прямо сейчас. Да. Только идите прямо у себя сейчас, в каюте. Да? Прямо там. Там удобно, ладно? Пойду, пойду. Ну, пойду, пожалуйста, в каюту. Поехали! Пошел! Как он
хоть выглядит этот чапельник? Я тебе говорю, такая вот деревяшка с железячкой на конце, чтобы сковородки хватать. А они не знают о гениальном изобретении человечества, что сковородки с уже приделанными чапельниками? Максим. Народе называется сковородка с Макс, ручкой. Макс, прекрати их, все, ребят, хорош. Подождите, я сейчас на секундочку в мини-бар, Макс, там чапну Макс, что-нибудь, стой. И все. Я тебя остановлю сейчас, давай друзья, работай. Там какие-то военные. Я им, значит, показал другую сторону, но они мне не поверили и все равно идут сюда. Я этим сейчас объективно не нужен. Я пойду пока. Ну что, как настроение? Готовы к первому концерту? Началось. Атаман Парамонов. Кто здесь главный? Я? Неправильный ответ. Главный здесь я. Кто разрешил концерт? А почему мы должны... А потому что все в этом городе согласовывается со мной. Но свобода слова... А свобода... Есть только у одного слова. Слово это мое. Так да. Что рекомендую во избежание разных там инцестов валить отсюда как так, можно быстрее. Нормально, хорошо устроились. Я там, понимаешь, работаю, они здесь прохлаждаются. Если работы нет, я ж найду. У меня ж дел-то непочатый край. Камиль Ринатович, товарищ полковник, это атаман Парамонов. И что я должен в связи с этим... Кто? Атаман Парамонов. Помните, мы вчера смотрели в личное дело и решили, что он нам подходит. Разрешите, я проведу беседу, товарищ полковник? Разрешаю. Благодарю. Атаман Парамонов. Я! В смысле? Вы кто такие, а? Этого вам пока не нужно знать. А скажите-ка, дорогой вы наш... Как там? Сейчас. Алексей Анатольевич. Да мы знаем. Мы знаем. Откуда? Это вам пока тоже не нужно знать. Угу. Так что, вам еще не звонили? Нет. Почему не звонили, а? Не успели. Ну что ж, Алексей Анатольевич, это прикрытие. Что? Вся история с выборами – прикрытие. Чапельниками заинтересовались в Америке. Кто? Американцы. Они собираются покупать их большими партиями. Зачем? Русская экзотика. Да, посудите сами. Путин, матрешки, черная икра, чапельники. Алексей Анатольевич, я вообще не понимаю, вы собираетесь с нами сотрудничать или, может быть, нам поискать кого-нибудь другого? Нет, зачем другого? Другого не надо. Верное решение. Значит, зайдете после окончания концерта, и мы подпишем все необходимые документы. Я правильно говорю, Камиль Анатольевич? Да, потому что в этой жизни ничего не бывает просто так. Даже овцы в тулупах. Вот так, Алексей Анатольевич. И постарайтесь как-то привыкнуть к этой мысли. Ну и давайте, может быть... Закрепим, Максим, взаимопонимание. Нет, а что, закрепить мы всегда, пожалуйста. И еще, Алексей Анатольевич, есть мнение, что вам не стоит голосовать за действующего губернатора на этих выборах. Вряд ли он продолжит свою политическую карьеру именно в вашей области. А куда он денется? А куда-то мы его отправляем. А он послом уезжает в Тунис. А почему в Тунис? Ну а куда ж его? Тоже дело. Тоже верно! Казахи, выйди! Я иду к вам! Нонка, какая ты смелая! Нонка, какие казаки? Ребят, я только что видел Нону, она не может работать. На пьяной абсолютно, Слава. Вообще. Максим тоже не может. Чё-то не могу, я могу. Да, чё-то не могу. Так, что делать? Все, значит, я выйду. Да. Казаки, я не выйду. Что делаем? Ну, что, ребятки, не пора мне? Пора, батюшка. Идите. Мы вас благословляем. Благодарствую. Пошел. Господи, помоги нам и спаси нас, пожалуйста. Любезные братья и сестры, благословен будет ваш населенный пункт со всеми окрестными деревнями и дачными участками. От начала веков на Руси прибытие водным путем, челном ли, пароходом ли, почиталось за доброе знамение, ибо сказано: блаженны все, приплывшие баллотироваться, и да будут они со всей душой встречены, накормлены, напоены. И спать уложены! А что, поп, не выпьешь и ты за здоровье нашего атамана? Для проверочки до дна. Подает. Испугать думаешь?
меня, православного батюшку, и чем? За атамана! Служитель культа. Ну вот почему так? Одним все, другим ничего. Там глянцами. Весной. Давно. Говорили мы о любви с тобой. Пошмел тот лен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, страной прошла. Стоп! Все, я пришла. Дайте мне микрофон и уходите. Мне есть что им сказать. Ну что ж, дорогие друзья, батюшка Иннокентий благословил наш митинг-концерт, а сейчас на эту сцену выходит кандидат губернатора вашей области Игорь Владимирович Цаплин. Виктория Александровна, я вас очень прошу, уберите ее отсюда, пожалуйста. Леша, простите, пожалуйста, меня. Это я виновата. А, она нас гонит. А пошли тогда в бар. Я Волочке позвоню. А ты ему уже раз 30 звонила. А я еще 30 раз позвоню. Он же мой муж, любимый. Скотина, сволочь, подонок. Казаки, могу ли я внучатый племянник Григория Мельхова не знать? А он что, правда племянник Григория Мельхова? И потому... Ну, раз говорит, наверное. Соглашусь. Обалдеть. С великим русским казачьим поэтом Александром Яковлевичем Розенбаумом не только шашка казакова степи подруга, но и чапельник, верный друг и товарищ казака. В общем, чтобы это безобразие я видел в последний раз. Какое? Мы команда единомышленников. И только напряжением сил всех, без исключения членов команды, мы можем решить поставленную задачу. А теперь идите и приведите себя в порядок. Я добьюсь законодательного запрещения производить сковородку с ручками. Настоящий руководитель. А давайте за команду единомышленников. Изобретатель. Народ фантазер. Верно говоришь. Верно, кандидат. Правильно. Давайте сюда шашку. 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 Вот хотели губернатору нынешнему поднести, а он, видишь, как с нами улетел себе в Москву. Что ему важнее, Москва там или мы тут? Так что, козаки, вручить шашку Игорю Владимировичу, а? Люба! Так что, как говорится, прими в знак любви и уважения. Чарочка моя, серебряная, на казачью шашку уставленная. Простите, а Люба, это кто? Значит так, завтра, если до двух не примут, поедем. Они же не сказали ни да, ни нет. Значит, смог, стал бы, ты решаешь сам. Вот я сам решу. Ну, а зачем-то же они вас вызывали? Вот зачем ты сейчас мне это сказал? Не бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Позакрой большой, ну что, мужики, все, что вы предложили по чапельникам, все в точку. Выпьем, как говорится, за ваши светлые головы. Третий раз уже пьем. А за прекрасных дам. Думал, что девчонка. Бойся ты, бойся. Как зовут маму?
Нона. Спасибо. Дорогая Нона. Дорогая Светлана. Я Лёля. Я помню. И, конечно, дорогая Виктория Александровна. Трудно передать те чувства, которые мы чувствуем сейчас. Вот это чувство, которое охватывает вот это... Давайте выпьем. Спасибо. Два виски, пожалуйста. Светлая полоса пошла. Проходит необычная акция протеста. Сегодня по городу прошли люди в белых одеяниях, скандируя «Долой царя Ирода, долой Емельянова!». А на завтра, по слухам, намечается шествие лилипутов под лозунгом «Губернатор нас не замечает». И у нас есть все основания полагать, что на завтрашнем всеказачьем сходе будет решено голосовать за Игоря Владимировича Цаплина. А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нона. Вчера. Угу. А сегодня передачу вели Ростислав. И Ростислав. И Алексей. И Ростислав. Счастливо. До свидания. Стоп! Ролик пошел. Ты идиот? Ты идиот, Слава? Мы в эфире, нормальный ты? Ну что ты кричишь? Идиот. На него посмотри. А ты знаешь кто? Ты вообще подонок. Ну просто ничего сразу подонок, ты вон Нона вообще не пришла. Забери свою рубашку, я работаю за тебя. А где картинка? Почему не идет эфир, Камиль? Успокойся, эфир уже был. Да? И что сказали? Что руководитель проекта проспал эфир. Правильно, молодцы. Что? Правильно, правильно. Конечно, правильно. Дома-то, знаешь, всегда лучше. Понимаешь ли, через 3 дня выборы они не звонят. Чего их так, что ли? Вот или все-таки неправильно? Сложно сказать. Ну, наверное, правильно. Правильно. Конечно, правильно. Как оно еще может быть? Емельянов слушает. Добрый. Да? Через полчаса? Будем. А где это? А, дача, знаю. Да, будем. Будем. Да, да. Иди. Иди, говорю. Неправильно, правильно. Рассуждает он. Короче, он тебе пошлет сегодня штук 5 этих чапельников диечелов. Ты их когда получишь, отдай их на экспертизу. Ну, откуда я знаю, какую экспертизу? Ну проверь, это настоящий чапельник или поддельный? Я не знаю, потяни время и все. Доброе утро. Ребята, ну мы молодцы. Мы завоевали целый город. Вик, мне скучно. Ну я даже не знаю, что тебе предложить. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тебя обнимаю. Да, Оля, привет. Все, давай, пока. Пока. Славочка, а почему вы никогда со мной не разговариваете? Я вас, вероятно, чем-то обидела? Чем? Нет, я с удовольствием с вами поговорю, просто... Вы простите, пожалуйста, что я вмешиваюсь. Он просто такой скромный. Вы не обращайте на него внимания. Пожалуйста. Какие у вас хорошие друзья. Слушай, Емельянов! А может там шарахнуть по этим твоим столичным гостям из гаубицы? А что? Ну почему это плохая шутка? Тем более, что я не шучу. Да ладно, ты не волнуйся! Никто из нас там не пустит! Заговорил нужны! Да! Товарищ командир! Подожди! Добро! Есть! Ты помни, что все военно-служащие области поддерживают тебя! А это, между прочим, семьи 18% населения, как ты знаешь! Но эти военно-служащие рассчитывают, то и губернатор не обойдет их своим вниманием. А может, все-таки торпеды их, а? Леша, завтрашнее выступление у военных под вопросом. Что такое? Я говорила с каким-то полковником. Он сказал, что у них там учение, испытание какой-то секретной техники. И они нас не то что в часть, а даже на пристань не пустят. Ну и нормально, отдохнем. Чего отдохнем? Там весь генералитет округа собирается. Выступаем обязательно, Тесла. Да, обязательно. Я думаю так. Подбираемся к части ползком, снимаем часовых и очень незаметно смешно, выступаем. Да. Слушай, класс. А с воздуха нас поддерживают чайки. Знаешь как? Морально. Вот прекрасно. Так. Прекрасно. Господи, да, очень. Как же мне всегда нравились остроумные мужчины. Да, спасибо. Мне тоже. Так, в смысле, я имею в виду... Так, не надо смеяться, как мы реально туда попадем. Откуда я знаю? А полковник сказал, что разрешить концерт может только командующий округом.
Ну, все, отдыхаем. Я прошу прощения, дело в том, что я немного знакома с начальником отдела информации ФСБ. Вот если достать досье на этого вашего главнокомандующего, то там могут быть интересные сведения. Ну что, мы шантажировать его будем? Ну, я не знаю. Мы посмотрим, да? Что ты хочешь? Давайте попробуем. Алло, Леночка, соедините меня, пожалуйста, с Сергеем Николаевичем. Одного мудака. Куда ты смотришь, Слав? Там бульдожка. Леш, не трогай меня. Он тебя укусит и все. Я прерву вашу беседу, но дело в том, что там Александр Сергеевич разговаривает с какими-то людьми. И у меня сложилось твердое убеждение, что это терки. Что? Ну, терки. Ну, выяснение отношений с криминалитетом. С каждой минутой во мне крепнет убеждение, что о нас конкретно наехали. Игорь Владимирович, а вы откуда такие слова знаете? Максим, ну я же сидел 4 года, ну... Я потом расскажу, если интересно, но сейчас надо что-то делать. Не надо, не дай бог, что случится. Нет, ну что может случиться? У нас есть лицензия. Не надо. У нас с недавнего времени здесь народ слишком сильно любит губернатора. И сам губер, надо отметить, что как-то резко к народу потеплел. Ты пойми, ну пока мы договаривались, слишком много людей полегло. Но у граждан должна же быть возможность выбора. Алло, а че сразу граждане? Обожди. Вот ты прикинь картинку, да? Работники нашего ликеро-водочного завода. Кстати, много народу. Все на своих рабочих местах сильно любят губернатора. Тут такие вы приезжаете. Голосуйте за Ивана Ивановича. Голосуйте за Ивана Ивановича. Игорь Владимирович. Да мне пофиг. Народ в этой ситуации может сделать все, что угодно. А зачем нам русский бунт? Безжалостный и беспощадный. Обожди. Но мы же говорили с директором вашего завода. Слышь, барашка, ты себе зафиксируй, я тебе в третий раз говорю, не надо, да? В четвертый раз говорить не буду, потому что будет не надо. Саша, а где все ребята? Куда все исчезли? Корабль как будто вымер. А что, все куда-то исчезли? А куда? Вы заняты, да? Алло, уважаемый, а это кто там? Это Вика, что ли? Какая Вика? Ну ладно. А, это, Виктория Александровна. А чё, Виктория Александровна, это не Вика? Так это ж Вика, это ж спутница Эммануила Гедеоновича. Ну да, мы все по заданию Эммануила Гедеоновича. Как? А почему нас не предупредили? Может, у вас какие проблемы? Да, проблемы есть. Концерт запрещают провести. Кто? Вы. Так это когда было? Да обожди. Слышь, вы, короче, никуда не уходите, в смысле не уплывите. Ну кто ж против культурной программы, а? Ну и как дела в области? Отлично все. Прям-таки все. Ну, конечно, не все, но так хорошо. Так значит, хорошо. Ап, хорошо. Ну, не хорошо, а нормально. Одного не могу понять. Чего вы в Москве столько времени делаете? Ведь у вас выборы через 3 дня. Да? Но как же? Я завтра улетаю. Улетаете? Ну так улетайте. Опа, счастливого пути. Там вопросы возникли у вас. Вопросы? А вот вопросы мы будем решать в рабочем порядке. Нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить. Так и чего? А ничего. Мы вам позвоним. Сам виноват, что не приехал. Народ собрался. Какая разница, кто выступает? Ну да, вот ты потом ему сам это все и объяснишь, да? Сам расскажешь. А чего вот этих вот? Не пускать? Ну не пускать, раз они от Гедеоныча. Вот работка мы с тобой надыбали, да, Федя? Сейчас бы шею кому-нибудь открутить. А вот кому непонятно? Борис Сергеевич. А.
ЧП. Идите! Ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Еще вчера ты таскал портфель и с пацанами курил в руках. Жил по законам от сель до сель. Ты понимаешь, что ты лично меня выставил на то, что Паштов? Я перепутал. Да как их можно перепутать? Ну, они железного цвета. Я дальтоник. Ну и что из того, что ты дальтоник? Ты что, красный от зеленого? Отличить не можешь, да? Не могу. Ты трансвестит, Машка, а это значит, что и тебя сегодня счастье навестит. Ты трансвестит, Машка, оно не плачет, а только модные мелодии свистит. Значит, смотри, Бурдун Иван Андреевич, генерал-лейтенант, командующий округом. Слава, это я все знаю, 1900... что ты отметил. Вот я отметил. Смотри, какая смешная бибка. Удобно. Ну, какая бибка? Слав, давай, я не в этом смысле, поехали. Да. В 1988 году, проходя службу в Германии, обменял миномет 3 автомата Калашникова на хрустальную люстру и репродукцию Рубинса. Мелко. Мелко? Давай, давай, еще, еще, ну, накидывай. Да, вот с 90 по 93 год командир одной из частей в этом же округе. В это время из части пропало 120 километров кабеля из уникального сплава палладия и иридия для прокладки спецсвязи. Это страшно дорогие металлы. Ну, прекрасно. Нет, в десятки раз дороже золота. Ну, вот и очень хорошо. Просто зачем из них кабель? Это я не знаю. Вспомни, какое время было, для армии ничего не жалею. Нет, нет, сейчас уже ничего не докажешь. Ну, пропало и пропало. Давай, давай, ну, набрасывай. Давай, давай. Аня, ты дозвонилась командующему? Нет. Надо дозвониться. А я дозваниваюсь. Вот и дозванивайся. Все надо контролировать. Так, вы? А, вы работаете. В общем так, концерт начался. Физкульт-привет производителям горячительных напитков. А ну-ка пошумим для пролетарского андеграда, ребят. Хоп, 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 хоп. Родители меня назвали Коля. И мне жилось очень нелегко мне. Папаша в заведении питейный за пару лет допился до чертейна. Потом за ним отправилась мамуля. Пришлось тянуться к знаниям самому мне. Понятно, что не в залах я музейный. В конце концов нашел себе друзей на. Мы были мальчики, козою пальчики. Любопытно. Наша гордость – коньячный напиток «Звездная ночь». Любопытно. Покатайте его по небу, и вы почувствуете тонкий, вместе с тем насыщенный аромат. Налей побольше, чтобы было что покатать. Максим, ты что, опять пьешь? Я дегустирую. Меня манила воровская доля. Я изучал наперстки и дзюдомля. Короче, при таких исходных данных я мог бы сгинуть в зоне навсегда. На... Не надо. Порция вот 20 грамм. 50 сортов. А, ну тогда ладно. Это же литр. Любопытно, не распробовал. Я песни эти светлые пою на. Мы ж благородные, певцы народные. В удобных тренировочных штанах. При нас таких культурных пацанов. Прошу не залупаться на. Слушай, если наоборот. То есть? Наградить его чем-то. В смысле? Ну этот Бурдун, он сделал что-то хорошее? Не знаю. Ну посмотри, пожалуйста. Ну смотрю. Давай, давай. Ну вот, 82-й год, военный советник в Сирии. Так, и что? Что? Ничего, больше вообще ничего не написано. Ну посмотри еще. Ну смотрю. Ну, стоп. Так мне смотреть или нет? Слушай, а если награда нашла героя? То есть? Сирийские власти разыскали его и наградили орденом. Там за то, что он молодец. Да, и в будущих счастливых временах припомнят наши имена. Я вот работал, Никола, сука! Давай! На будущее! Оп, это по-нашему!
вас неправильно встретили. Uh-huh. Это мой косяк. Uh-huh. Прошу прощения, замотался. Uh-huh. Давайте выпьем. У нас тут каждые 5 минут ЧП. Вон технолог только что 50 тонн портвейна запорол. Шарахнул в него краситель для тархуна. Представляете, 50 тонн зеленого портвейна. Пацаны, не суть. Главное послезавтра – это презентация нового портвейна. Час прямого эфира, пресс-конференция. Ага. Журналюги понаедут, а он зеленый. Боря, а журналистов много, а? Да со всей области сгоняем. Секундочку, и что? Час прямого эфира? Ну? Боря, слушайте, а если нам объединить бренды? М? Я прошу прощения. Ростислав. Я сейчас все объясню, секунду. У вас есть портвейн, у нас есть кандидат. Вот если мы объединим бренды, а? Во, опять. Слава. Объединимся. Да. Понимаете, как? Ну, там, новый какой-нибудь совместный слоган придумываем. Не знаю, там, с новым губернатором. Все в новом цвете. Да, да. А и назовем портвейн зеленый Игорь Владимирович. Угу. Эти, на этикетку с вашим портвейном повесим фотографию нашего фотографию, кандидата. Фотографию, да. А, это же в новом цвете. Ага. А что, вариант? Нормально, парняги, это вариант. Это хороший нормально, вариант. Парняги, давайте, а? Давайте, потому что наши мальчишки, да, это нормально. Мы не помешаем? Виктория Александровна, проходите, о чем базар, простите речь. Леля Александровна. Я Владимировна. Это замечательное отчество, замечательное. Тут мне ребята предложили идею по поводу нашего нового бренда. Вам, Борис, к этим ребятам следует прислушаться. Они газировку «Оранжевые реки» прекрасно раскрутили. Виктория Александровна, вы же, пожалуйста, расскажите Эммануилу Гедеоновичу, как мы вас вот принимали. Обязательно. А вот те два вагона меди, которые сначала не пропали, а потом появились, это чистое недоразумение. А виновные уже наказаны в лесу. Угу. Неожиданная поддержка, которую выразил Игорь Цаплину, прошедший в Приволжске. О, опять про него. Всеказачий сход. Одновременно заработал проставивший больше полугода Приволжский чапельный завод. По слухам, Игорь Цаплин сделал такое предложение руководству предприятия, после которого заводской конвейер это что вот такое? Уже вторые сутки работает в 3 смены. Мне кто-нибудь объяснит, что у вас вообще тут происходит? Ну, мы сами пока не очень понимаем. На завтра назначено совещание. Будем решать, что у нас тут происходит. По Роману мы дозвонились? Не берет трубку. Что значит не берет трубку? То есть как это? Вообще что ли не берет? Ну, там так. Длинные гудки, и никто не отвечает. Он что, не понимает, что я его с говном съем? Ты понимаешь, что я его с говном съем? Понимаю. Съедите. А он что, не понимает? Понимает, наверное, но трубку не берет. Теперь эти, Боря, Федя с ликера водочного, их никто не трогал? Ну там налоговая, прокуратура. Только честно мне. Да нет. Тогда чего они? Они что, тоже не понимают, что я их с говном съем? Добрый вечер, дамы и господа. С вами группа «Дым над водой». Боря и Федя передают привет в нашем лице. И по их просьбе мы исполняем красивую и медленную песню. Стою один в ночном ларьке. Друзья, наверное, спят давно. Слушай, как они быстро этикетку эту сделали. Вдалеке, а здесь темно. Какая песня? А здесь темно, давно иссяк. Поток машин не слышен больше, шелест шин. И я один в ночном ларьке. Ощущение, как будто в 8 классе на танцах. Угу. Стоишь и ждешь, да? Когда он тебя пригласит. И вот он идет к тебе, а приглашает твою подругу. Обиды, отчаяние, я хуже всех. А через 10 лет выясняется, что он хотел пригласить тебя, но в последний момент испугался. Ну, потому что я же такая неприступная. Ну, так я тогда пойду Аню приглашу. Да. Слава, как вы быстро все понимаете, даже страшно. Мне тоже. Погасли окна городка, и не придет уже никто. Ой.
начиная с жизни описания героя моего Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении, а именно, хотя и называю Алексея Федоровича своим другом и Ночной ларек, ночной ларек. Если человек испытывает стрессовое состояние, единственным радикальным способом избавиться от напряжения является устранение причины стресса. Ну? Ночной ларёк, ночной ларёк, а зимний ветер так жесток. И лишь звенит гитара в тишине. А что-нибудь нормальное сыграть можете? Большие города. Что это? Доктор Бальтазар, обновление вашей внутренней сущности за неполный солнечный цикл. Я еще раз попробую, ладно? Так, доктор Бальтазар, обновление... Что непонятно? Это звездограмма моей жизни. И что это значит? Он не сказал. Угу. Говорит только, однажды сама все поймешь. Только вот показал, что вот это вот я, вот это а вот ты? Это вот Володька. Володька? Видишь, вот тут пути пересекаются. Так. А вот тут разрыв. Разорвало Володьку. Слушай, Нон, а давай карандашиком аккуратно подштрихуем, никто ничего не заметит. Что ты несешь? Но, подонок! Нон, ну, я ему душу открываю, Нон, он Нон, скотина! Нон, подожди! Отстань от меня! Нона, я не буду это поднимать. Я тебя прошу, что ты делаешь? Остановись! Что ты хочешь от меня? Ты же видишь, это не я, это она. Я не могу не реагировать, я живой человек. А будешь мертвый? Нон! Подонок! Что такое Нона? Нона, что случилось? А ты вообще молчи, маленькая самодовольная вонючка! Что я вонючка? Что? Ма. Нормальная история, что я вонючка, друг? Муся, не нервничай, ты не вонючка. А что случилось? От тебя прекрасно пахнет унисексиком. А что случилось-то? Ну, у нее звездограмма. Чего у нее? Что? Так, вот я что сейчас непонятного сказал? Игорь Владимирович, вы почему не рассказали, что вы сидели? Сашенька, господи, да что же я там сидел-то? Господи, 4 года. Фу. За что? Это интересная история. Я по Пыжику работал. По Пыжику? Помните, были такие пыжиковые шапки? Ну да, конечно. А из чего их делали? Из пыжика. Правильно. А кто такие пыжики? Ну, что-то... На вроде выдры, наверное. Вот. Все так думают, а никто не знает. Мы из кошек делали. Ага. Так вам же должны были 8 дать. Так а мне и дали 8. Ну, бред, где мы этот орден достанем? Ты не слышишь меня. Документы для ордена, коробочку. Вообще, ты не слушаешь. Коробочка у меня есть, красивая, из-под печенья. Прекрасно. Вонючка, я нормально? Да успокойся, все. Ну. Документы... Камиль напишет по-татарски. Заламинируем на тебе документы. Прекрасно. А где сам орден будем брать? Не знаю, надо искать. Искать. Слав. Слав. Что? Так, что такое? Так, значит, дорогой ремень, Диор. Слав, слушай, ленточку привяжем, в коробочку положим, будет орден Диор 3-й степени. Ага. Это давай. Мой орден, в смысле? Слав, это мой ремень. Все, Слав, руки убрали! Вы что сам... Слав, я держу, расстегивай, давай, доставай. Виктория Александровна, скажите им! Мальчики. А вы вообще зря в бассейн не ходите. Там как-то так хорошо, успокаиваешься. Славочка, я думала, что вы любите плавать. У вас такие плечи. Какие у меня плечи? Волосатые. Иди ты. Да, Яник. Да. Чего ты? Сама по себе судимость, конечно, не катастрофа, но пыжики. О! А вы не против отсидеть за что-нибудь другое? Ребята придумают. Ну, вообще, если честно, то не хотелось бы. Но если нужно... Надо. Если для дела, если для Эммануила Гедоновича, то я готов. Но 2 года и не больше. У меня же день рождения 29 февраля. Ага. Раз в 4 года празднуется. Ну да. Это сколько же вам сейчас лет?
Значит так, звонил Яник. Сказал, что он таки отдал чапельники на экспертизу. Значит, в результате металлическая часть чапельника сделана из какого-то уникального сплава. Ему теперь, значит, чапельники достаются где-то по 18 центов за штуку, а продать он их может как минимум по $200 за один чапельник. Слава, Слав, ну Яник тебя развел. Ну из какого сплава? Из чапельного? Макс, он говорит 30% палладия, 20% иридия, остальное медь. Слава, это страшно дорогие металлы, в десятки раз дороже золота. Ну? Страшно дорогие металлы, в десятки раз дороже. В десятки раз дороже. Кажется, сегодня я это уже говорил. Генерал-лейтенант Бурдун. То есть ты понял, что он сделал? Нет еще. Нет? Значит, он продал 120 километров этого кабеля казакам. Ты понимаешь, он должен быть миллионером, да. Лёш. Нет, нифига. Почему? Он же продал их как лом на чапельники, иначе они бы не купили. То есть он спустил стратегического сырья на миллионы долларов за копейки. Правильно. Вот сейчас очень интересно, только я ничего не понял. Неважно, Макс. Зато теперь все военные в этом округе проголосуют за нас. Я на химию забил. И на физику с приборчиком я стоял себе курил. Вдруг она по коридорчику. Здравствуй, Гена Иванов. Почему не они что, живьем работают? Ну да. Я почувствовал вот любовь. И открыл свои объятия. Учительница первая моя. Она же и последняя. Бисмилляхи рахмана рахим. Это что? Ну, типа здравствуйте. Ага, здравствуйте. Дорогие российские друзья. Без кельдек сизгя сюрге берсюзне хазер бесатербес бурдун ул бютенезен бля бурдун. Далекий 1983 год запомнился сирийцам пребыванием в их стране группы российских военных консультантов, в которую входил Иван Андреевич Бурдун. Эшпичмак, бишбармак, инкель, перебеча, якшикнул трассу, ну что ты давай без блям-блям-блям-блям, да, нормально по-татарски говори. Значит, сирийская пословица гласит, если русский пришел к тебе в дом, скорее помой ему ноги и усаживай за стол. Не чересчур. Нормально, поехали. Орден Диора третьей степени наш гость вручает Ивану Андреевичу Бурдуну. По русскому обычаю мы предлагаем это обмыть. Все. Я в завеске. Ты нормальный? Ты совсем уже? Ты там еще это скажи, нормальный? Леш, ты попробуй с моей не попить, а? Леш, ну это бред полный, ну как-то можно на сцену его пускать, ну? Ну... Я тряпочку могу снимать? Снимай. Иди уже. Любовь неправомерная моя, моя нелегитимная. Жестоко обломала нас судьба, нелепая подлючая. Нон, еще раз. Стоишь, молчишь, улыбаешься аккуратно. Светишь мордой. Поняла? Не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания. Он последний раз. Стоишь, молчишь, улыбаешься. Талантливо. Невеселая статья. Совращение малолетнего. Голосуйте за Игоря Владимировича Цаприна! Ты сам-то в армии служил? Да? Нет. А что нужно? Тебе нет. Спасибо. Товарищи военнослужащие, спасибо вам за ваш ратный труд. Спасибо. Спасибо вам и вашему командованию за то, что вы вместе так дружно оторвались от дел и пришли на наш митинг, встречу, концерт. Спасибо. Теперь позвольте мне для торжественного вручения почетной грамоты Республики Сирия пригласить на эту сцену командующего вашим округом Игоря, простите, Ивана Андреевича Бурдуна, а также кандидата в губернаторы вашей области Игоря Владимировича Цаплина. Мне сейчас тошнит. Это нормально. Товарищи! Российские и сирийские народы, как говорится, всегда были глубоко пересечены. И поэтому мне недаром, что вручили эту грамоту, потому что я не понаслышке достоин этой награды.
И как сказал наш президент Путин, Владимир Владимирович, дорогой, никто не забыт и ничто не забыто. И поэтому наши отношения с другими народами налаживаются и будут налаживаться. Отставить, ложить неправильно, правильно класть. Ага. Накладываются и будут накладываться. Именно в этом свете мы будем действовать с вами, о чем я и долаживаю, присутствующим здесь товарищам. И главное, что я не сказал, а сказать надо. Обязательно. Скоро выборы. Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственный военный, внучатый племянник заживо репрессированного маршала Блюхера и Тухачевского, Игорь Владимирович Цаплин. И, алло, кто-нибудь есть? Короче, если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого, я вам устрою такой Deep Purple. По самой не хочу. Вот. И позвольте мне от лица командования округом вручить Игорю Владимировичу макет противолодочной мины. Вот точно такой же мины, только меньше, но другой. Дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Гюнтер Нетцер. Спасибо. Солдатики, дорогие мои, вы служите и знаете, что вас ждут. Понимаете, матери ждут своих сыновей, сестры ждут братьев, тети этих дядей, а я жду Володьку. Он ведь вернется, правда? А служит где? В Караганде. Казахстан! Там пока спокойно, товарищи! Вернется! В общем, ура, товарищи! Ура! Ура! Да? Ага, понимаю. И все, что я говорила, это только потому, что я выпила. И, в общем, забудь об этом. Хорошо. Что хорошо? Ты вообще помнишь, что я тебе говорила? Нет, забыл. Как забыл? Максим, я тебе такие вещи говорила. Я никому в жизни, может, такого не говорила. Ты что, меня не слушал, что ли? Я не Нонечка, пойму. Нонечка, ты определись, что ты от меня хочешь. Надо запомнить, я запомню. Забыть, забуду. Микрофончик дайте забрать. А то запомню, забуду, забуду, запомню. Я обычный человек. На праздник могу и выпить под хорошую закуску. Просто что я такой же, как вы. Просто... Ну что, мне... как прошел эфир? Да что ж такое-то, господи! Максим, можно тебя на минуточку? Ноночка, как эфир? Нормально! Лезет везде, вонючка. Чего я вонючка? Вот что я сказал. Чего я вонючка? Нормально? Чего я вонючка-то? Нормальная история, что я вонючка, друг? Москва? Чего я вонючка? Ну где я вонючка? Что вдруг я вонючка, вонючка я, а? А вы не вонючки, да? Ты очень хорошо работаешь в этой поездке. Я должен об этом Мише. Саш, тебе что надо, денег дать? Нет, не надо. Просто я сегодня ночью разговаривал с Аней. Ну, она рассказывала о своей жизни, о том, какие у нее, ну, непростые отношения с Мишей. О-о, Саша Аню трахнул. Миша, ты что, Максим? До 25 градусов тепла. Максим, только ты никому не рассказывай, ладно? Конечно, Саш, конечно. Сейчас, извини, у меня звонок. Сейчас. Ага. Алло? Да, Миш, привет. Миш, меня нет. Не, Миш, все в порядке. Саша Аню трахнул. Угу. Максим, ты что? Ты не надо, не надо! Да я пошутил, пошутил. Дурак, она хорошая. Нормальная история. Опять раз, я вонючка, главное, я ничего не сказал. О, другой костюмчик. Да, костюм. Где Слава? Я его везде ищу. Так, Слава, почему я должен тебя везде искать? Я, между прочим, здесь не один работаю, да? Муся, Муся, подожди. О-оу. Слав? Ой-ой-ой-ой. Слав, случилось что? Слав, ну да? Макс, ну... Слава, ну да? Макс, иди нафиг. Слава, ну да? Да, да, да. Ой, нет!
Ой, молодец. Так, стоп, подожди. Может быть, еще не все потеряно. Слав, ты оставил на ней свои отпечатки пальцев? А, ну конечно, ты сразу там прям... Да и потом, бесполезно. У нее же вон родится лысый ребенок. Все сразу все поймут. Что вы мне? Что вы мне пугаете? Что вы мне в доме пугаете? Знаете, как я сам боюсь? Просыпаюсь утром, понимаю, что рядом кто-то лежит. Думаю, господи, ну пусть это будет Аня. Пусть Нона. Но он не могла, ну неважно. Да хрен с ним, даже Леша уже. Что значит даже? Что значит даже? Даже, Ванючка! Ну и чего? Ее голос. Да, Эмочка, все нормально. И я понимаю, что он приехал на корабль, и сейчас меня начнут скармливать акулам, которых специально для этого запустят в Волгу. Господи, боже мой. Слав, ну еще один вопрос, последний. Как? Макс, ну отвали, ну. Слав, ну как? Слав, ну скажи, как? Видишь, даже Леша интересно. Ну? Да я пьяный был, нифига не помню. Ну как-нибудь вспоминай. Славочка. Значит, Максим, насчет концерта важная вещь. Значит, ребят, ты... а поговорите со мной тоже, пожалуйста. Я забыла попросить, чтобы это все осталось между нами, да? Ну, в таком случае я обращаюсь с этой же просьбой ко всем присутствующим. Ну, зачем нам неприятности? Кстати, а было хорошо. Что? Я подумал, если губернаторский срок, уже 4 года, но за примерное поведение ее же могут скостить или увеличить. А вы смешной. А вы сколько весите? Красиво! Ой! А вы разве не знали, что многие девушки летом белья не носят? Да? Ну, что, я вижу, работа кипит. О, здравствуйте. Здравствуйте. Сан-Саныч, лилипуты – это просто находка. Да блестящий. Что? Что лилипуты? Мелочь она и есть мелочь. Кто-то отработал в области 8 лет. У всех на виду. А кто-то, понимаешь, приехал шашкой помахать. Все это напоминает мне политическую клоунаду. Чего он сейчас сказал? Нет, ты понял? Ты понимаешь, он плюнул нам в лицо. Ну ладно, хорош, не заводись. Я буду заводиться. Он оскорбил нашего Франкенштейна. Господа хорошие, я еще не закруглился. Вот вы давеча роман-то наш забраковали? Ну почему да забраковали? Нет, забраковали, мы... забраковали. Мы сделали выводы и разрешите предложить вашему вниманию куплеты. Господа, прошу, дуэт «Поволжские перезвоны». Впрочем, вы их уже знаете, я их уже представлял. А ты лети, лети над Волгой, наш веселый звонкий клич. К нам приехал и надолго Игорь Владимирович. Это наш счастливый случай, наш московский кандидат. Игорь Цаплин самый лучший, остальные ерунда. Сан Саныч, очень хорошо, но вот вы поете «наш московский кандидат». Вы лучше спойте, что он родом из ваших мест. Ну, что он местный, волжанин. И пожестче. Да. Без проблем. Так, Сань, диодов нет, раз. Олово закончилось, паять нечем, два. Если усилок накроется, все, у нас концерта не будет. Это дополнительные непредвиденные расходы. Нужно их согласовывать с руководством. Ну так согласуй. Мы с Мишей созваниваемся ежедневно в 5 часов. Сань, в 5 часов? У меня аппарат должен стоять на площади. В общем, я тебя предупредил, все. Знаешь что, Камиль, ты мне ультиматумов не надо. Ультиматумов? Я тебе сейчас покажу таких ультиматумов! Я здесь бегаю один, мне больше всех надо! А кто простой российский парень? Ни чечен и ни москвич. Наш потомственный волжанин Игорь Владимирович. Все ему родные тут, а казаки и рыбаки. Игорь Цаплин, это круто, остальные дураки. Нет, 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 не то, не то, не то, не то. Тут нужен удар и потом катарсис. Тихо! Кажется, есть! А
А кто разгонит в небе тучи, кто всего может достичь? Наш великий и могучий Игорь Владимирович. А ты, баты, шли дебаты, мы пойдем на выборы. Игорь Цаплин, терминатор, остальные пидоры! Объясните, пожалуйста, мне, что другой рифмы на слово «выборы» что? Нет! Нет! И благодать Господня снизойдет на тех, кто поставит в своих бюллетенях крестик или любой другой знак напротив фамилии нашего кандидата. А сейчас сюрприз. Для вас песню из знаменитого телесериала «Стоматологи» исполнят герои этого сериала. Стоматологи. Эту песню из сериала «Стоматологи», где мы с мужиками сыграли наши лучшие роли, мы посвящаем нашему другу, настоящему мужику, Игорю Владимировичу. Хотя какой он для нас не Игорь, он для нас Игорек Гарик. Мы с ним вот с таких вот ногтей, так сказать, из песочницы. Спасибо. И еще, мы поем сегодня бесплатно. Потому что это сердце. Потому что... Мы поем бесплатно, потому что все принципы Володьки, это наши принципы. Его сердечные порывы. Володя, мы с тобой. Иннокентий, как вас по отчеству? Михаил Олегович, я. А, понятно. Вы не паспортные данные свои дайте. А это зачем тебе, дочка? А мы обратно самолетом летим. Вы же с нами. А, не, я остаюсь. У меня здесь приятель, в Афгане вместе служили. Зовет к себе главным бухгалтером. Володенька, дорогой наш, друг... Что? Игорь. А я что скажу, Володя? Ты дышал, Володя? Ну, правильно, Игорь Владимирович, его папа же его зовут Владимир, хотя какой он для нас Владимир. Он Володька, мы с Володькой вот с такого... В общем, песня «Стоматологи» и сериал «Стоматологи» исполняют «Стоматологи». Йоу! Дым, давай. А интересно, сколько ребятам за это заплатили? Ой, а? Не спрашивай. Кто ни разу не был в дупле, кто не видел в лицо пульпит, тот о трудностях и борьбе лучше пусть помолчит. Лучше пусть постоит в углу, вспомнит маму и всех родных, кто в десну не втыкал иглу и не рвал коренных. Слушай, только что по радио про нашу военную часть рассказывали. Там у них какой-то сверхсекретный военный прибор пропал. Все в панике, объявлена боевая тревога. Нормально. Ой, прям вот такой секретный, да? Ну. Хорошо, что мы уплыли вовремя. Могли бы на нас подумать. Конечно, я им дам на нас. В общем, Саша собирает совещание в штабе. Хочет, чтобы все были. Да-да, идем. А вы, кстати, сами виноваты. Я вам сколько раз говорил, что у меня усилок накрывается? И что? А ничего. Сколько я могу все из воздуха делать? Я Саше сказал, мне подожди, диоды были нужны. Камиль, ты же не мог. Главное, что там мощь-то, господи, а? Так. Радиостанция. Вещь. Там простора и света нет. Корни там сидят толстые. И пульсирует нерв. Ты сожми верный бур в руке, посильней поднажми, старик, и рванется в лицо тебе очистительный клин. Не то вернуться ко мне, Благовещен. Нона, Максим, приготовились. Все-таки у меня там жена, трое детишек. Вот так вот 6 лет назад пошел вынести мусор. И вот она, как судьба-то распорядилась. Образ нос, чтоб не барахли слюна отсос. 30 секунд эфира. За родную медсестричку ту на войне, 4, как на войне. 2, во рту, 1, как во рту. Эфир. Итак, это был последний выпуск программы «Знакомьтесь, Игорь Владимирович». А сегодня очень важный день. В 14:00 в прямом эфире состоится итоговая пресс-конференция нашего кандидата.
А вечером на центральной площадке города грандиозный концерт в поддержку, надеемся, будущего губернатора. А увидимся на концерте. Счастливо. Бай. И почему я об этом узнаю от журналистов? Ну, кто ее назначил? Вы. Ну что ты несешь? Это пресс-конференция Бори Феди. Они презентуют новый портвейн. А Цаплин здесь при чем? А он теперь лицо этого портвейна. Ну вы-то хоть позвонили Бори Феди, сказали, чтобы они у меня были как штык в 7 утра? Сказали. Ну они что? Сказали, чтобы вы в своем Тунисе командовали. Чего? Алло, Игорь, слышишь меня? Слышу, что хотел. Там на твоем углу опять леди начали собираться. Ты с этих людей денежку возьми или шугай. Вот это менты. А вот здесь такое ощущение, что как будто глушат. Хотя нет, сейчас нормально. И поэтому мы начинаем бомбардировки Боливии ориентировочно 22-23 числа. Простите, господин президент. Россия, безусловно, является стратегическим партнером США, но почему именно Боливия? Why Bolivia? Right, why? Hold on, please, Mr. Cheney. Mr. Cheney. Oh, I'm sorry. Not Bolivia, just Libya. Right now, Bill. Libya, I can spell L-I-V-I-A. Got it. Funny mistake. Вот. А ведь нас могли убить казаки. Шашкой пополам. Какая чудесная, легкая смерть. Ну где вы входите? Я вас вызвал на совещание. Там такое творится. Пропал секретный прибор, Саша, понимаете? Не кричи. Прибор нашелся. Да где нашелся? Я в новостях Бурдуна видел. На нем лица нет. Стоит совершенно... Саш, успокойся. Вот он. Его Камиль спер. Секретный. Бумажку с двери сорвал. Заходи, кто хочет. Бери, что хочешь. Ну... Я заболел. Высокая температура. Мне надо посидеть. Слушайте, ну, если разобраться, штука ведь классная. Понимаете, она же не только на прием работает, но еще и как передача. Я с нее куда хочешь могу позвонить. Могу тебе домой. Не надо мне звонить. Правильно. Какой смысл? Ты же здесь. Могу, я не знаю, в Кремль могу. Секунду. Ты что, уже звонил куда-то? Камиль. Да вы что? Что ж, я не понимаю, что ли? Надо что-то делать, Слава. Все, выбросил за борт. Ну, Гали позвонил два раза, но это так, мелочь. Два раза по 10 минут. Ты идиот? Ребят, ну, за межгород я оплачу, если надо. Ну, нас же могут задилинговать, или как там у них называется. Ничего, чего вы? Саша, ребята ЧП, нам запрещено заходить в областной центр. Говорят, что у нас на корабле эпидемия холеры. Пассажиры теплохода Сергей Абрамов, у вас на борту обнаружен возбудитель холеры. В связи с этим... Мы приступаем к эвакуации пассажира и экипажа теплохода в инфекционное отделение городской больницы номер 19. Просим вас соблюдать спокойствие и организованно покинуть судно. Мужики, портвейн-то пошел. Так, вы пейте его на пресс-конференции, чтобы все видели. Так, пить категорически запрещаю. Чего? Нет, в вашем случае, конечно, пейте. Обязательно. Так, ну что, пацаны, мужики, за сотрудничество. Иди сюда, за сотрудничество. Нет, нам еще работать. Не-не-не-не, за сотрудничество. Так... Я пока на палубе. Не заметил, пронесло. Хорош пить! Хорош пить, говорю! Работать надо! О, звук пошел! Слышь ты, баран! Слышь ты, Титерев, ты что, оглох, что ли? Да слышу, что ты не ори, что там у тебя? Нормалец. В связи с дегустацией продукта, Евка 120%. О, это самое, смотри, что там они не ужрались. Тут еще фигня какая-то в городе. Кругом понаписано «Цаплинбор». На стенах, на колоннах, на заборах, везде. Пошли пацанов закрасить, господи, проблемы что ли? Не-не-не, подождите, у меня по этому поводу есть идея. Ребята, ЧП, Игорь, Владимирович разбился. В дребезги? Насмерть, что ли? Как? Подавился импортным сухариком, упал с полки, у него нос разбит и, возможно, перелом челюсти. Говорить может?
Может, но ничего не понятно. Эй, алло, алло, пацаны, его сейчас презентовать. Да-да, мы сейчас решим все. Я приношу свои извинения. Прошел мне несчастный случай. Я вас так подвел. Ростислав, ну куда мину-то девать-то? Да на стол поставьте, что проблема объяснить. Ну что вы? На стол! Видимо, я выбываю из предвыборной гонки. Я не понял, это что за подстава? Вы что, подставу кинули? Рамцы попутали, а? Тихо! Ой, Боря, в смысле негромко. Так, Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение. О! Как? А почему я ничего не знаю? Имейте в виду, что в случае неповиновения мы имеем право применить силу. Слышь ты, водка в погонах! Ты вообще знаешь, с каким человеком ты разговариваешь? Вы кто? Ты у меня мою службу продолжишь в монадыре! Или тебя минус 5 за счастье будет! Ты, я тут лежу, большой специалист в области медицины! Это очень кстати! Будешь на моление от холеры лечить! Добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем пресс-конференцию кандидата в губернаторы Игоря Владимировича Цаплина. Уважаемые коллеги, сегодня ночью на нашего кандидата было совершено покушение. Как уже выяснило следствие, неизвестный бесшумно подплыл к нашему кораблю на надувном матрасе, проник в каюту господина Цаплина и пытался вот этими ножницами лишить его самого дорогого. Жизни. Игорь Владимирович обезоружил нападавшего и пытался задержать, но получил травму у лицевой части головы об стол. А киллер спрыгнул с корабля и уплыл. Пока это все, что мы можем сообщить. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Скажите, а Игорь Владимирович запомнил лицо нападавшего? Нет, потому что нападавший был в маске. И в ластах. Да, в ластах, чтобы быстрее передвигаться по воде. Послушайте, а что, вашего кандидата не охраняют? Охраняют. А где же тогда была служба безопасности во время покушения? Отвечает Ростислав. Благодарю. Дело в том, что служба безопасности в это же время обезвреживала второго нападавшего. Он отвлек внимание охраны тем, что устроил дебош в ресторане. Марина Соловьева, газета «Новая Волга». А второй тоже приплыл на матрасе? Да. Дело в том, что это был двуспальный матрас. Неужели вся служба безопасности занималась задержанием одного дебошира? Как-то сразу возникает вопрос о ее квалификации. Да просто основные силы охраны в этот момент обезвреживали третьего члена банды. Вообще-то следователь просил нас не разглашать эту конфиденциальную информацию, но действительно приходится признать, был и третий нападавший, который, дело в том, что он... А он минировал корабль. Вот вы видите мину, вот она. Именно ее нашли у нас в трюме саперы. Еще буквально секунда, и мы бы все взлетели на воздух. Но все обошлось. Правда, Игорь Владимирович не может говорить. Но все понимает. Да, да. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Ты че приехал-то, а? Сейчас, майор, ты поймешь, что ты сделал! Вот он! Ты, подлец, поднял руки на богих людей! Я сейчас тебя заочно отпою! Прокляну! Ну, сейчас пошли! Сейчас крокодил разгорится! И будешь ты, майор, гореть гиене огненной! Аж! Да, страшно! Что-то они сильно борзые. Может быть, с эвакуацией подождем маленько? Звони оперативному, посоветуемся. Панова Марина, журнал «Политический обозреватель». Скажите, пожалуйста, как вы могли бы прокомментировать слухи о судимости вашего кандидата? Это не слухи. Игорь Владимирович, разрешите я расскажу? Значит, это было давно, 20 лет назад. Игорь Владимирович шел в библиотеку. Темно, ночь. А он шел в Ленинскую библиотеку, там есть ночной отдел. Вот. И вдруг он увидел, как трое подонков напали на женщину. Он, естественно, вступился. Он же занимался дзюдо уже тогда. Ну, а одного из подонков оказался нож. Тогда Игорь Владимирович ударил его лыжей горной. Игорь Владимирович Цаплин занимался горными лыжами тоже. Уже тогда. Шел с обеих тренировок. Случайно попал креплением в висок. Естественно, признали превышением необходимой самообороны. Родители нападавших оказались партийные функционеры. На судей было оказано давление. Знаменитое дело Пыжиковых шапок, да.
Потому что на суд пришло человек 20 в тех самых пыжиковых шапках. Игорь Владимирович Цаплин. Угу. Вот так. По-моему, нормально. И в завершении нашей пресс-конференции хотелось бы наконец-то услышать самого Игоря Владимировича. Если честно, у меня очень болит лицо. У меня вообще все очень долго заживает, потому что я не собака. Но когда заживет, я постараюсь быть хорошим губернатором. Четко сказал. Какой полковник? Опять этот полковник. Ладно, подожди, пока ничего не делай, я тут решу и перезвоню. Только чтобы они с места не трогались, понятно? Может, ты мне скажешь, что это за полковник, а? Пока никто не может дать информацию, видимо, она слишком закрытая. Ну чего они от меня хотят? Может быть, ты мне скажешь? Нас посадят, нас всех посадят. Камиль, точно, прямо к нему. Точно, точно. Звонок будет как из администрации президента. Позвонили. Сейчас решится. Нет, посадят только меня, потому что я за все отвечаю. Саша, не переживайте, посадят всех. Тихо! Емельянов слушает. Ларин беспокоит. Камиль Ринатович. Советник по особым вопросам. Слушаю вас, Камиль Ринатович. Ну, как дела в области? Спасибо. Нормально. Как выборная кампания, без нарушений? Да нет, все в порядке. Уверен. А в чем дело? С холерой ты палку перегнул. С какой холерой? И я ничего не знаю. Ты вот только дурака из меня не делай. Короче, человек не сам по себе приехал, и проблемы ему не нужны. А то ведь они могут и у других начаться. Не понял. А что тут непонятного? Ты же у нас на третий срок идешь. Что, в общем-то, неправильно. Мы на это глаза предподзакрыли. А можем что? Предподоткрыть? Но мы же все это проговаривали. Так что ты кордоны убери, и пусть ребята в городе выступят. Да не вопрос. Все решим, Камиль Маринадович. Просто я был не в курсе. Ну вот и договорились. Ладно, будь здоров. Да, если переизберут. Познакомимся лично. Пока. Ты чего-нибудь понял? А если он перезвонит в администрацию президента и спросит, кто с ним разговаривал? Саня, я не хочу тебя расстраивать, но он же все равно к нам попадет. Как это? Я же говорю, штука классная. Я его на нас замкнул. Куда бы он по вертушке не позвонил, все равно к нам попадет. Ребята, я не хочу сеять панику, но это ужас. Музыкантов нигде нет. Каких? Да никаких. Ни одного музыканта, ни за одной группы на корабле нет. А что это значит? Это значит, что Емельянов работает. А как же концерт? Нет проблем. Надо позвонить Ирине Лисанне, ДК Мебельщику. Там такие концерты закатывают. Очень хорошо. К 7 числу. Силами места талант. Прекрасно, только побыстрее. Придумали еще один конкурс. Какой? Кто дальше плюнет? Ага. Приз канделябр. А дальше все. Саша, не волнуйся, не волнуйся. Сейчас мебельные таланты подъедут. Хорошо. Кто? Здравствуй, Поволжье! 30 лет мы стояли на этой сцене, и ты любила нас, не забывала нас. 30 лет мы поем тебе свою песню. И сегодня, наконец, мы решили спеть тебе ее еще раз, чтобы ты не забыла нас, не разлюбила нас, Поволжье. Сан Саныч, давайте еще что-нибудь. Давайте. Ну что вы, ребяточки, изводитесь? Я обещал вам Оливер Твист, вот они поют. Прекрасно, нам нужен тут другой, еще дополнительные группы. Сможет людям всей планеты передать она привет. Грузинское трио «Волжань». Кстати, нам повезло, что сейчас они здесь, потому что фрукты продадут и уедут. Сан Саныч, я сейчас вас убью. Нас приветы, а людям песенка моя, то они со всей планеты соберутся у Кремля.
У нас свой человек в счетной комиссии. Да. Я его от тюрьмы отмазывал, он нам 3% голосов подкинет. 3%? С ума сойти, Борин, это супер просто. Так что предлагаю нанести удар по печени. Да тяжесть это ты, там проломится земля. Эх-эх-эх-эй, там проломится земля. Рист. Что за народ, а? Орут на сцену Лену, сейчас все переломают. Ну, в конце концов, у нас кто-нибудь охраной здесь занимается? Что я как мальчик тут? Бардак просто полнейший. Я же говорил, надо брать профессиональных людей, чтобы... Что же вы сделали-то, а? Хей-хей-хей-хей, станут люди с этих пор. Камиль. Ренатович. Да, товарищ полковник. Не надо. Не судьба. Вас приветствует дуэт некоммерческой песни «Двое против ветра». Мы хотели спеть вам песню про то, как с Лехой ходили в гору и упали. Но пока ехали, написали новую. Снежинка. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчерикалась жилка, все проходит, и это пройдет. Для начала разрешите поблагодарить всех, кто принимал участие в моей избирательной кампании. Чего этот пельмень гундосит? Я не понимаю. Тихо ты. И особенно я хотел бы поблагодарить Эммануила Гедеоновича, который первым разглядел во мне талант политика. И харизму. Чё ты такие слова несёшь? Это наш будущий губернатор. За вас, друзья. Мы свои не меняем привычки вдалеке от родимых домов. В рюкзаке моем сало и спички и Тургенева 8 томов. Ну а ты, моя нежная Перри, мой надежный страховочный крюк. Через бури, снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть напомнит ее перебор. Что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На вокзалы кладу и аллеи, на Мослифт, Москонцерт и Мосгаз. На Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз. На убогие ваши суждения, на бесстыдный столичный бардак. И отдельно, с большим наслаждением, я кладу на московский «Спартак». Не понять вам, живущим в квартирах, пидорасам, студентам, шедам, красоту настоящего мира, где бродить только нам, мужикам. Где не любят слова и ужимки, где похоже на самолет. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. Артисты прибывают. Ростислав. Да. У меня сюрприз. Какой? Остались неистраченными 56 рублей. Пересчитайте и распишитесь. Ну, Сан Саныч, Нет! На восстановление храма. Какого? Да хоть какого! Простите, где здесь туалет? Как сказал классик, вам везде. Так, Максим, пожалуйста, соберись. Приехали музыканты, надо объявить, понимаешь? Объявить. Так, что вы пьете здесь во время концерта? Шур, что ты кипишишь? Культурно же сидел. Ну. Я не вас имел в виду, Борис. И не вас, Федор. Вы пейте. Давай. Ренатович. Правильно. Камиль. Чего ты орешь, как потерпевший? Пойдем, покурим. Я не курю. Тебе чего? Западло со мной покурить? Саня. Да нет, с вами, конечно. Пойдемте, покурим. Начальник штаба. Позвонил. Володька, сам. Сказал, что все равно без меня не может, готов простить и вернуться. Ну, слава богу, а то я так за тебя переживала. А еще Гоша звонил. Сказал, что ушел из жены. А еще Максим звонил агенту, чтоб тот снимал нам квартиру. Ну, что ты теперь будешь делать? А я не знаю.
Никого из них видеть не хочу. Никого. Камиль Ринатович. Пожалуйста. Товарищ полковник, скажите, а что там Гедёныч с Емельяновым не поделили? У них же только все наладилось. Понимаешь, Боренька, нефть у вас нашли. Угу. Да. И никель. Какой никель? Норильский. Шучу! Расслабься! А правда, что Емельянова Тунис послом отправляют? А тебе кто сказал? Кто тебе сказал, а? Да не, просто пацаны терло, я слышал. Так, утечка оперативной информации. Вычислю гада, уволю из органов. Обалдеть. Вот. Вот что делаете-то? Я подумал, ты сотри мой телефон. Это же будет неправильно, если ты мне будешь звонить. Ну да, наверное, неправильно. Тут одна проблема есть, я его запомнил. Федор, простите, мы с вами что-то такое покурили, и я последние 10 минут вдыхаю-вдыхаю и вообще не выдыхаю. Так надо? Да все в порядке, расслабься. О, выдохнул. Теперь вдохнуть не могу. Вы видели, а? Вы видели? Так они меня принимали, а? Люди пели, плакали, смеялись. Некоторые даже танцевали. Видимо, я удивительный оратор. А в чем это он? Пушкинская крылатка для эффектного выхода. Хотели еще дуэльные пистолеты и бакенбарды. Подумали перебор. Не зря. Ну, пацан! Слушайте, надо же было прочистить, что ли, Пушкинская, а? Вот это вот. Живающая моя старушка, жив и я. Привет тебе! Привет! Княнь! Ель. Хвойное дерево на П. Ель. А поэт Есенин и не княня. Письмо к матери. Какая фигня, господи. Егор Степанович, здравствуй, родной. Емельянов. У меня тут такие странные дела творятся. Алло! Егор, ты? Нет! Это Камиль Ринатович! А как это? Я к вам? Я же вроде не к вам. К нам! Теперь тебе по всем вопросам к нам. Камиль Ринатович, я дал указание убрать кордоны. Да это я в курсе. Тут другое важно. Я... Тебе чего звоню? Как, разве это вы? Какая разница? Мы же одно дело делаем. Давно хотел тебе сказать. Приступай к севу зерновых. А это что? Что? Шучу. Расслабься. Ну что? Где у нас орешки-то были? Ну такие соленые, вкусненькие-то. Вот. Да. Странно. Раньше на этой стороне стояли. Чудеса. Господи! Зачем? Зачем я это сделал? Конечно, случилось, что зачем? Зачем я 5 дней не пил? А. Кому это было нужно? Бедненький. Слушайте, бедненький, а это, бедненький. А наши никто не хочет? Опа. А откуда у тебя наша? А я у Федора конфисковал. Серьезно? Брикет такой увесистый, 15 кг, наверное. 15 килограмм анаши? Кому? Камиль, ты что? За 10 могут дать. Кому? Мне? Да. Полковнику ФСБ? Не боись, я его в такое место спрятал, никто не найдет. Мне скажи, быстро куда? Это секрет. Я твой друг. Камиль, ну по секрету, нам. Быстро. Дым машину. Нормально. Она сейчас на сцене. На сцене. А там сейчас искра, да? Вот я молодец, а? Где у нас сцена? Стоять! Не включать! Затерялось село, да на Волге где-то. Очень девкам не везло в селении этом. Шла молва по всей земле, по каналам разным, что у девок на селе не было оргазму. Эх, мать, ума! Мы забыли предупредить Ливию. О чем? Как? Ее же будут бомбить. А? Пусть они эвакуируют население. Пусть. Пусть.
А куда? В Боливию. Ее бомбить не будут. Точно. Был на сцене. Там очень хорошо. Но очень медленно. Шел оттуда 40 минут. Почему у нас сцена так далеко, не так близко? И как тебя зацепило? Алло. Это Ливия? Это Слава и Леша. Езжайте все в Боливию. Ливия предупреждена. Жаль, что набрать нужно всего 5%. А когда следующий выбор? Через 4 года. Как не скоро, а? Ну и ничего. 50 тонн баксов. И все в народ. Ага. Да. Широко, широко. Акция. Скажи наркотикам до свидания. Как спасатель он залез каждой девке в койку. А потом сказал шайку, брюки заправляя. Лучше уж тушить тайгу, чем любовь такая. О, батюшка, здрасте. А что ж, сынки, никто из вас не знает, сколько верст до Челябинска? А вам зачем? Видение у меня было. Явилась Маргарет Тэтчер и говорит, иди накиньте Челябинск. Улица Ленина, дом 16. Ждут там тебя. Третий раз уж является. Надо сходить. Как батюшку цепануло-то, а? Ну, пацана. И дошло аж до президента. И сказал тогда народ. Путина харизма очень сильно дает встряску организму. Эх, мазюма, встряску организму. Эх, мазюма, встряску организму. Просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Миша, это Эммануил Гедонович. Здравствуйте, Эммануил Гедонович, с возвращением вас. По голосу слышу, что собираетесь меня порадовать. Мы перевыполнили план. Мы набрали не 10%. Неужели 12%? Берите выше, вы нас недооцениваете, Эммануил Гедонович. Хотите сказать третье место? Еще выше. Вот как? Ну, похоже, мы припугнули губернатора по полной программе. Так сколько мы все-таки набрали? Ну, мне просто интересно. 52%. Не понял. Мы победили, Эммануил Гедеонович. Браво, Миша, у вас действительно блестящая команда. Честно говоря, не был к этому готов. Хотя, стоп, Миша, что вы говорите? Выборы же только через неделю. Выборы прошли в это воскресенье. Четверг. Игорь Владимирович уже вступает в свою должность. Самарская область у ваших ног. Миша, соберитесь. Во-первых, Саратовская область, а не Самарская. Самарская! Эммануил Гедонович, мы говорили о Самарской области. Мы говорили о Саратовской области, Миша. Миша, какие выборы вы выиграли? А в Самарской области у нас нет никаких интересов. Ну ясно. В общем, у вас осталась одна неделя, что делать вы знаете. Кандидата я вам пришлю. Thank you.
до Мануила Гедеоновича! Привет, Саратов! Сижу, не пью уже с утра. На завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезвый, чтобы в графу поставить крест. Эй, растет правосознание.